Дорогие друзья, сегодня мы с моей женой хотим научить вас, как готовить ананасовый торт без выпечки. Берем ананасы 800-граммовые дольками, не дольками, а колечками. Вот. Выкладываем на дно тарелки, чашки. Вот так вот. Сок от ананасов не выливаем, он нам еще пригодится. Берем готовые коржи. 3 штуки здесь у нас. Нарезаем яблоки дольками. Бананы. Сметана. Сахар. Так. В сметану засыпаем сахар. Ялочку. А сметаны сколько? Пол-литра. Пол-литра сметаны. 200 грамм сахара. 200 грамм сахара. Сметана 20%. 20% сметана. Домашнюю нельзя. Магазинную берем сметану. Ванильный сахар. Пачечку, да, высыпаем. И тоже перемешиваем. Так, теперь берем коржи. Берем 2 коржа и ломаем. 1 оставляем целый. Так, ломаем. Все будет по слоям. Так, хорошо. Кусочки слишком большие не делаем, а то месиво будет. Так, затем выкладываем сверху бананы, яблоки. А яблок ты сколько почистила? 4 яблока. Умничка. Затем берем 2-й корж. Не маленькими такими. Побольше кусочками выкладываем сверху на яблоки. Если наломать коржи сильно мелко, то получится каша такая некрасивая. Все, берем яблоки, остатки высыпаем сверху. Распределяем. Отдельно в кастрюльке распустили желатин. 4 пачки желатина на 2 стакана воды. Нагреваем на газу, помешивая. Остужаем. Но до кипения не доводим. Затем остужаем. Вот. И вливаем сок ананасовый туда же. Все это хорошо размешиваем. Так. Затем сметану туда с сахаром нашу. Вот для этого нам понадобился ананасовый сок. Мы его не вылили. Желатином не затягиваем, а то он схватится. Так, и заливаем нашу форму. Вот так вот аккуратненько. Залили. Теперь закрываем все это 3-м оставшимся коржом. Надавливаем.
вот у нас до краев. Так, сейчас. Теперь сверху ставим тарелочку. Груз не надо? Нет, оно все хорошо утопилось. Все, и помещаем все это в холодильник на 2 часа. И вот наш результат. Через 2 часа мы вынули из холодильника нашу чашку, перевернули на подносик. И вот какая у нас красота получилась. Ананасовый торт. Очень вкусный, сладкий. По желанию можно украсить вот здесь ягодками, когда будете делать, и подавать гостям уже охлажденным. Приятного аппетита всем! До скорых встреч!